12 июня аким Мангистауской области Нурдаулет Кыйлыбай встретился с управляющим директором компании NCOC Джанкарло Рую. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление партнерских взаимоотношений, участие оператора крупных нефтяных проектов, реализацию социальных и инфраструктурных проектов на территории региона. Аким Мангистауской области отметил, что президент страны уделяет большое внимание работе по привлечению большого объема инвестиций в экономику и создание благоприятного инвест-климата в регионах. Нурдаулет Кыйлыбай вынес на рассмотрение руководства компании ряд предложений, направленных на рост благосостояния жителей области. В том числе были обсуждены вопросы поддержки в подготовке нужных для региона специалистов. Также в рамках социальных и инфраструктурных проектов есть предложение рассмотреть возможности поддержки отдаленных маленьких сел. Там хорошо развивается животноводство и верблюдоводство. Сегодня из верблюжьего молока необходимо производить сухое молоко, которое уже хотят закупать предприниматели из Китая. А если бы там был небольшой цех, это бы дало толчок развитию небольших аулов. Молодежь оставалась в родном селе, потому что была бы работа. Мы же со своей стороны окажем всестороннюю поддержку.